пытается защитно выбить мяч. Марсело фолит, будет ли желтая? На мониторе FIFA 2018 играет Криштиану Роналду, игрок сборной Реал Мадрид. По ту сторону экрана легким движением руки именитым футболистом и его командой управляет Роман Онищенко. Футбол с виртуальными соперниками играет часто, но в реальности не против погонять мяч. Во дворе собираемся, здесь соревнования производятся у нас, так что чемпионат России бывший в 2001 году по Алросиуму. И как наяву, так и здесь. Подобный турнир проводят уже четвертый раз организаторы Совет молодых специалистов Удачинского комбината и специализированного треста «Алмаз Автоматика». В этот раз соревнования приурочили к чемпионату мира по футболу в России. Для игры на поле участников не набралось. Организаторы решили провести матч по сети. Поучаствовать в соревнованиях собрались 13 человек. Это почти две футбольные команды. Для того, чтобы игры было больше и интереснее, эти 13 мы делим на две группы. С каждой группы выходят по 4 человека, и дальше они будут играть по системе, которую уже говорили, дабл-дак, до 2 поражений. Проиграют, вылетают в сетку лузеров, и оттуда уже после 2 поражения вылетают окончательно. Принять участие в турнире мог любой желающий. Игрокам необходимо было сделать взнос в размере 500 рублей, деньги и сформировали призовой фонд. Деньги у нас все уйдут победителю. Вот. И в этом году вот ребята сами скидывались, сделали эти вступительные взносы. Так как призовой фонд у нас не такой уж большой, ну, в принципе, делить на 3 места это, не о чем, скажем так, получится. Призовой фонд составил 10 тысяч рублей. По окончанию турнира организаторы пересмотрели свое решение и разделили банк на призовые места. Третьим стал Петр Путинцев. Его награда составила 1000 рублей. Второе место занял Игорь Кирьянов. Ему вручили 2000. Ну а куш сорвал Анатолий Чепуштанов. Злата Курбанова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».